Киану Ривз. Когда нам не по себе, когда что-то неприятное случается в нашей жизни, мы начинаем искать прибежище. Обычно им становится еда, алкоголь, секс, наркотики, деньги, власть, отношения с людьми. Но ни одна из этих вещей не дает нам нерушимой защиты или удовлетворения, которых мы ищем. Когда мы понимаем, что не сможем найти нерушимого счастья в самсаре, в нас просыпается сильное желание обрести истинное прибежище. В буддизме мы обращаемся за прибежищем к трем драгоценностям — Будде, Дхарме и Сангхе. Будда подобен лекарю, который выявляет нашу болезнь и знает, как ее излечить. Дхарма — это его учение, то лекарство, которое он прописывает. А Сангха — духовная община, которая помогает вам принимать это лекарство. Обращаться за прибежищем — значит искать защиты от страданий, эффективной помощи. Когда мы начинаем размышлять о подлинной природе реальности и причинах страданий, нам открывается истинный смысл прибежища.